Смотрите, что я делаю. Есть люди такие, у которых нету времени посетить наш офис. Вот, им нравится наша продукция, нравятся духи, но они не могут определиться со временем, чтобы прийти и подобрать аромат, потому что работают каждый день с 7 до 8. Вот, что я делаю для таких людей? Делаю блоттеры, режу на 3 части, креплю бантики, подписываю номерки, наношу сюда аромат по тому типу, которому человеку нравится, сладкий, горький, свежий. И покупаю вот такие вот пакетики, они недорого стоят. И вот так вот они выглядят. Вот, девочки, я сейчас наношу сладкие ароматы, попросила для ознакомления. Потому что, говорит, я работаю до 8 часов, а на предприятии смотреть нельзя. А домой уже прихожу, ложусь спать, уже не до этого. Вот. И я делаю вот такие вот штуки ей, чтобы передать. И вчера я еще делала кучу вот таких бантиков. Бантики, бантики, бантики. Так что, короче, смотрите, я вчера наделала кучу таких бантиков. Сейчас буду дальше делать вот такие вот штучки. И вместе с заказом, который уже девочка сделала, таким способом ознакомилась с ароматами, вместе с заказом передам ей новые наши ароматы для ознакомления. Вот, также можно это делать и девочкам, у которых, допустим, двое-трое детей, которые не могут выбраться из дома. А есть когда свободная минутка, она сядет спокойно дома и также ознакомится с нашими ароматами. Так что это тоже очень хорошо работает.